Всем привет, с вами Демастя! Всем привет, с вами Пузи! Ты же, я кого должен... Вы не так говорите! Я запутался, какой у нас был план вначале? У нас был немного другой план, окей. Ты сказал, что скажешь всем привет, я Аид. Мы сегодня с Аидом и с Демастером будем проходить карту, которая называется Sign the Button. Да, всем привет, ребята! Всем здорово, я вообще запутался, вы прикалываетесь, что ли? Да ладно, ладно, с вами Турасия, как всегда. А у нас есть какой-то пак каменных вещей, Демастер, я... Я понимаю, это было не по плану, да? Да, это Essentials нам выдал. Да, у меня, кстати, какой-то меч каменный, какие-то краски. Это а, не-не-не, смотри, моду. Там написано автоник. Что это означает? Ты можешь поставить себе ник, да, допустим, вот ты Пози, а ты можешь стать Ивангаем. Кто я? Я стал кем-то. Как вам такое? Как вам такое? А это, наверное, только ты видишь, потому что я какой-то Эш Кэтчер. Малый из покемонов. Чуваки, знаете, я смотрю на вас, ничего не меняется. Что за фигня? Я стал каким-то странным темным парнем. Короче, в плаще. Аид, расскажи, что мы будем сегодня делать. Пози просто не в курсе. Мы сегодня будем искать. Как это я не в курсе? Кнопочки. Я уже как бы снимал Find the Button. А, да? Ой, да. Извини, Пози, я не хотел. Давайте я извинюсь, извините. Смотри, смотри, Пози. Будут кнопки спрятанные, ты должен их находить. Так. Да. Спасибо. Спасибо. Что, вот первый уровень здесь, ребят. Заходим, первый уровень. Так, первый уровень. Дверки это у нас город какой-то. Ага, я пойду в этот каменный дом. А я пойду в желтый дом. Каждый по дому взял, да? А за сундуком могут быть кнопки? Я нашел кнопку. Я нашел кнопку. Я тоже за сундуком. А как на нее нажать теперь? Я нашел кнопку. Я тоже нажал на какую-то кнопку, ничего не произошло. Мы все понаходили по кнопке, но это фейковые кнопки, тут их очень много. А, нас обманули. Нет. Нас затроллили. Я нажал за скуние. Что это означает? Да что, я уже три фейковых кнопки нашел. А я уже нажал на какую-то кнопку. Смотрите, в чате Пантер РБ. Пантера РБ, точнее. Что-то написала. Что это означает? Это значит, что ставьте лайки. Вот. Нет, там значит, что написал. Фейк-баттон. Язык карты. А, смотрите, вот здесь есть кнопочка, но она фейковая. Может быть, где-то на втором этаже, вы на третьем этаже в доме смотрели? Мне кажется, я нашел не фейковую кнопку, но она не открывает нам дверь. А с чего ты взял, что она не фейковая? Она единственная, которая не пишет, что она не фейковая. Нажми вот на эту, попробуй, вот здесь, которую Пози нашел под сундуком. А картину так, ломать давай, можно давай, по бегу. Правилам, нет? А, нет, нельзя. Ладно. А, Костян, ну что, вот на нее нажать, да? Но ничего не пишется, окей, вот да, там страшно. Есть еще. И цифейк-баттон написано в чате. Так я нажал уже на эту кнопку. А что? Быть... А, погодите, нам вроде бы нужно было какой-то язык специальный включить. Да? Киеду значидис. Да, да, да. Там пишет что-то. Киеду значидис. Заскравина не. Что это значит? Заскринья. Надо скрин сделать или что? Да, мастер, it's a fake button. Так, ребята, ребята, а что делать? Где найти кнопку? Слушай, ну она, наверное, хорошо спрятана. Так это первый уровень. А может быть, вот здесь есть кнопочка? Может, на крыше где-то, может быть, нет? Возможно, конечно. О! Мы прямо над тобой, над головой была кнопка. Да, так я ее кликнул, она не работает. Да, фейковая, фейковая. А вот еще кнопка. Вот тоже опять на крыше какая-то кнопка. О-о-о, да-да-да, вот там можно кнопочку нажать. Я нажал. Зуи Гузик. Зуи Гузик, это что-то. О, смотрите, я нашел вот здесь кнопку. Да как фейк, она в таком месте была секретном. Офигеть, ну много кнопок. А у нас как, нас телепортируют на следующий уровень сразу же, да? Нет, я нашел, ребята, я нашел, я вот здесь, смотри, вот здесь. Ничего себе! Ой, открылась дверь, ребята, сюда. Давай, Демастер, ты первый иди. Демастер, куда ты нас заманиваешь, а? Чекпоинт, да. Не, Слава, красава, 1-0-0 в пользу Аида. Я сразу же ныряю, как дельфин под воду. Левел 2. Но это прям карта для умных, понимаете? Здесь нужно все кнопки обшарить. А внизу какая-то схема. А тут под водой есть какой-то люк, он открывается, и там по любасу кнопка спрятана. О, я нашел, я нашел. Чё? Так быстро? А где она была? Она была вот здесь вот на печке. Так, на печке? Да, погоди, погоди. Что здесь? Все? Да, я нашел. Класс. Давайте, давайте включим себе Game Mode 2, чтобы ничего лишнего не сломать. А почему 1-1? Мы играем как бы не на счет, а на счет команды. Ладно, я шучу, Пози, я шучу. А, поставьте Game Mode 2 себе. Да, давайте Game Mode 2, Game Mode 2. GM2, Пози, напиши. GM2, я написал все.
Можешь прямо вот так вот писать. Здесь на сервере у нас различные короткие команды. Ого, ты мастер. Ты читер? Ты программист? Короткие команды. Короткие. Так, я залез на какие-то деревья. О, я нашел, кажется. Нет, это... Нет, да тут столько... Да я нашел! Или кто нашел? Да вы что, чуваки? Ты кликал в это время? Я кликал минуту назад где-то. Не-не, значит, Таид нашел, Таид нашел. Да, я нашел. Она была здесь, просто около вот этого заборчика. Так, теперь я первый врываюсь в эту локацию, я должен найти кнопку. Теперь пора... мне найти кнопочку. Мне кажется, знаешь, это они специально так сделали первую кнопку сложную, да, для того, чтобы мы такие подумали, ага, они в каких-то сложных местах, а на самом деле все остальные ставят в легких местах. It's a fake bottom. Так, тут какая-то развилка была. Да, здесь какая-то... А, в шахте пози, ладно, пози, ты тогда шахту исследуй. А я исследую деревья. Так, это fake button. О, я тоже нажал, она за сундуком так спрятана была. Да, тут вот есть некоторые кнопки, которые очень хорошо спрятаны, но не подходят. Да, тут сразу две кнопки в одном месте, это вообще законно? Нет, наверху я нигде не нашел, скорее всего, где-то в шахте все-таки. А я в шахте бегаю, я уже почти все проверил. А вот эту кнопочку? А я все нажал, я вообще все нажал почти. Вот тут по любасу есть одна каменная, я просто ее не вижу. Вот она где-то тут, Аид, подойди ко мне, я там все проверил. Так, давай. Вот тут где-то, посмотри. А у тебя здесь темно? Нет, не темно, просто я не вижу. Может быть, она как-то замаскирована. Здесь нет, она вот на камне, может быть, замаскирована. Это была фейк баттон, что? Да, мастер, ты удивлен? Там была какая-то супер кнопка. Супер сложная кнопка, я вообще ее не различал никак. Ой, знаешь, где кнопка была? Вот здесь, смотри, вот. Что? Под сундучком? Но я уже такое видел. Ну, я не очень сложно нажать, попробуй на нее нажать с первого раза, там не так все просто. Что-то жестко, я даже в шахте все проверил. Слушайте, а может на деревьях? На деревьях может быть кнопка? На деревьях я пробежался, но я немного смотрел, думал, там Аид пробежится, посмотрит. Я не знаю, как туда залезть, я туда не залез просто. Там можно залезть? Да не, на дерево. Я нашел! А где она была? Она в шахте была, смотри, вот здесь вот. А где, покажи. Иди сюда, я покажу. Давай. Где? Вот она была где-то вот здесь, вот я кликнул. Куда ты кликнул? Где-то здесь она была, она исчезает. Она исчезает сразу? Ну я думал, хоть подсказка какая-то останется, где я облажался. Не, нормально. Вот, следующий проход сразу сюда. Или погодите, нет, мы отсюда пришли. Не-не-не. Все правильно. Вот сюда, ребята, сюда, идите сюда. Так, давай, Костя. Веди нас, ключник. Все, отлично. Кнопочник, кнопочный техмастер. Так, вот здесь есть кнопка. О, она активирует рельсы. Я нажал на дерево можно запрыгнуть. А, это фейк баттон. Слушай, а в колодце может быть кнопка? Да, может. Я нашел. Хватит, чуваки! Я чувствую себя как-то ужасно. Вы че, серьезно? Я случайно вообще просто. Сила майнкрафтеров. Вижу, кнопка лежит, думаю, нажму на нее, нажимаю, бах, настоящий. Мы сейчас пройдем всю карту, а я такой, ну и че, и где кнопка? Братан, понимаешь, как бы если выигрывает один из роблоксеров, то выигрывают все роблоксеры. Да, только мы сейчас майнкрафтеры. Альберта, ребята. Альберт бы победил, мы бы победили. А че кнопка не нажимается? Это фейк! Я угадал! Да! Красава! Да, красава! Есть, красава! Это сделал! Погоди, ты ее нажал, да? Да, нажал. И она осталась, да? Не знаю, нет, вряд ли. Она исчезла? Она загорелась. Да, она загорелась, она... Нет! В смысле? Она не нажалась, братан, она и не исчезла. Просто твоя кнопка не исчезла, но ты ее нашел. Все нормально. Ладно. А вы не нажимали? Вы не нажимали в этот момент? Я не нажимал. Нет. Окей, ладно, я рад. О! Что? Вот эта кнопка была настоящей? Что? Здесь? Я пробежал, даже не увидел, нифига себе. Я сразу бегу на следующий левел, я должен успеть. Давай. Вы меня вытолкнули из этого прохода. Уже 8 уровень, всего их 12. Ребята, вы замедлитесь? Мы слишком быстро идем. А, это будет быстрое видео. Сложная команда, понимаешь? Да, сработавшиеся ребята. Правда, Альберта не хватает, ну да ладно. За майнкрафтеры. О, я нашел интересную кнопку, но она фейковая, нифига. За деревьями все проверили кнопки? За деревьями нет, я на секунду. О, я нашел! Я тоже нажал в этот момент, нет? Слушай, кто у тебя нажал? Снова не исчезла, да, кнопка? А, да, это фейк. Мы просто одновременно нажали, я подумал, что это моя. Снова ты нашел кнопку. Огни, там такие огни вокруг, понимаешь, позе, когда нажимаешь, если огни вылетели, значит, ты нашел. Окей. Так, это что-то посложнее уже, смотрите, какие-то замки. Да, мастер, это тебе не спрятанные блоки, да, находить? Ну да, это я понимаю. У меня глаз от Майнкрафта зачесался. О, божечки мой. А у тебя кубический глаз? Или да, кубический, обычный, такой кубический. Квадратный. Или R16. Сложный прикол. Кто понял плюс, как бы, да, в чат?
Плюс в чат. Ты ж не на стриме сейчас. Ну, чат все равно же есть. Комментарии, это же как чат. Онлайн-чат называется, да? Какой-то такой прям непростой уровень, даже и кнопок нет. Непростой. Да где, да, кнопки? Я что-то ищу, раньше кнопки были тут. Я нажал на кнопку, которая была на мостике. Нет, она не подошла. Мне кажется, у коров кнопка вот где-нибудь здесь. Они наверняка ее спрятали. Прям к корове прикреплена, да? К корове, да. О, вот, а под корову прям кнопка. Да, жми. Пытаюсь, не получается. Ах ты корова. Что? Фейковая кнопка? Фейковая. Офигеть. Фейковая корова, фейковая кнопка. Все очень. Скорее всего, где-то на мостике, я более чем уверен. Мне тоже кажется, сверху, да, но тогда нужно туда залезть. А так нет, здесь в мосту же дырки есть, может, в этих дырках там где-то? Там нет, что-то? Я тоже посмотрел. Посмотрел все? И на деревьях нет. Слушай, сложная карта. Ну вот и все, вот мы и приехали. Жаловался, что все просто, ну смотрите. А может на крыше где-то вот этого домика, нет? Ищите, ребят, ищите. Где кнопка? Демастер на самом деле давно ее нашел, просто решил видос. О, я нашел! А где она была? Она была вот здесь, на этом блоке, смотри. Пози был прав, что она на мостике. Да, да, я был близок, я ищейка. Уровень. О, что? Ты мастер? Да, класс, класс, да. Может, ты дашь нам немного поиграть? Это предпоследний уровень. Предпоследний уровень. Да ладно, ребят, что, я просто забегаю, вижу кнопку, нажимаю, что. Я на мосту просто вам дал фору. Так, ну вот этот уровень, видимо, опять посложнее. Не, я вон уже ее вижу. Уже видишь кнопку? Ты уверен, что она настоящая? Нет. Да она у свиней стопудово. Не, я посмотрел, у них нет кнопки. Не, вот кнопка была. Так, что-то тут не подходят кнопочки, не подходят в домике. Скорее всего, опять вот в шахте какой-нибудь вот это. Да, да, это была она. Шахта? Рядом с лазуритом. О, вот здесь просто стояла, вот тут, на этом блоке. Ну ладно, нифига себе. Ну ладно, погнали. Последний уровень. Сейчас я чекну домик. А зачем здесь чекпоинты вообще? Какой от них смысл? Здесь же нельзя умереть. Я не знаю, там даже кнопка, кажется, есть. А, я вижу ее, вон она, смотри. Нажимай, это, кажется, она. Нет, это была фейковая кнопка, нас снова затроллили. Так, и это фейковое. Я дом проверил, в домике ничего нет, вообще ничего. Ну, то есть, ты одна уверен? Кнопка есть, я уже как бы на нее нажал. Даже две кнопки. А это не дом, это какая-то маленькая циркушка. Ну, деревушка, да, ну, домик. Мест прям не так уж много даже. И это фейковое, серьезно? Чуваки, если найдете новую кнопку, дайте мне на нее нажать. Я просто хочу самоудовлетвориться. Пожалуйста. Может, на крыше где? Не-не-не, на крыше нету. А туда никак нельзя забраться наверх? Да, мне кажется, она прыгает. А, я нашел ее, кажется, нашел. Где она? Где? Да, это была что? Она. Что? Дэм Мазик, где вот она здесь, была? Вот здесь, смотрите, она здесь была, вот здесь стояла, вот тут вот была. Вот на этом блоке? Но я был не уверен, Итого, мы все прошли, что ли? Да, должен же, наверное, какой-нибудь проход еще открыться, финальный. Нет, ничего нет, нет, может, финального лобби. А может, в церквушке? Может, в церквушке? Мы будем тусить здесь. Может быть, на кладбище, вот здесь где могилки где-нибудь, надо просто разрыть? Ну, Демастер, это похоже на какие-то жесткие шутки уже. Да-да-да, это уже перебор. Ладно, ладно, ребят, ладно, ладно. Окей, простите меня, пожалуйста. Я не хотел просто... Так получилось, да? Не фартануло. Так, а что, получилось, прохода никого нет, да? То есть надо ставить здесь. Все, конец. Мы прошли эту карту. Итак, ребята, как всегда, я смог... впервые в Майнкрафте найти все кнопки. Да, спасибо, Бози, что ты сделал, мы бы не справились с этим вдвоем. Да? Да. Да. Ну, ты больше всех находил, серьезно. Мы бы, наверное, вдвоем проходили эту карту минут 30. Ну, спасибо, спасибо, успокоил, спасибо, спасибо. Не задушил. Ну что ж, на этом наш ролик подходит к концу. Давай, ты же майнкрафтер, скажи там лайки квадратные. Смотри, смотри, смотри. Ага. Если вам, ребятки, понравилось это видео, вот наша троечка, да, по поиску кнопок, то вы ставьте лайки, тогда мы поймем, что вы хотите продолжение. А с вами были Демастер, Пози и Аид. Всем удачи и всем пока. Адиос. Всем пока. Playtime.